Для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили интеллектуальные игры. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. ТАСС сообщает, что в новогодние праздники москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в интеллектуальных играх в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Отмечается, что подготовлена большая развлекательная программа, в которую включено также и множество интеллектуальных игр. В соответствии с темой праздника, многие из них посвятили Новому году, космосу и Москве. На Тверской улице пройдут игры «Что, где, когда» и популярный квиз Елизаветы Авдеенко «Брейнзона». Также горожанам напоминают, что с 31 декабря по 5 января улица станет пешеходной. В течение всего праздника игры будут проходить на двух подиумах. С 11.00 31 декабря до 3 ночи 1 января, также с 11.00 до 23.00 с 1 января по 4 января и с 11.00 до 22.00 5 января. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!